на 2024 год ориентировочный выпуск асфальтобетонной смеси порядка 100-120 тысяч тонн. На данный момент завезено нефтебитума порядка, наверное, 60%, и каменного материала, это щебень, отсев, это уже 80%. Котлы сейчас на данный момент по разогреву битума уже работают, то есть битум поддерживает температуру, применяются на нижние слои дорожной одежды, на верхние слои дорожной одежды. На каждый есть свой рецепт, который согласовывается лабораторией. У битума, в принципе, много параметров, но мы оцениваем его по основным параметрам, таким как пенетрация битума, температура размягчения, растяжимость при 0 градусов, растяжимость при 25 градусах. Дальше высчитываем индекс пенетрации по основным параметрам, это все. Также есть дополнительные параметры, вот, например, вот эта печь проверяет на то, как битум быстро старится. То есть загружаются образцы, подается температура большая под давлением, и потом замеряются те же самые параметры, только уже у состарившегося битума. Проверяем температуру хрупкости битума.